Валера, сегодня финал? Да, сегодня финал, конечно. Так, а чё ж, у меня тут уже предфиналок. 7 глаз у меня. Глаза остались, всё. Эндера искать надо. Вот Эндера, дайте мне прямо сюда, приведите, и всё. Игра будет пройдена. Привет, Иван, будешь драться? Опа. Девочка. Пискачка. Есть контакт. Вот, потихонечку. Потихонечку, по крупинке, по зернышку. Лебедина озера. Ой, блядь, нет. Ну нахуя ты припиздёшил? Господи, да откуда эта мразь-то взялась? Уже все мобы давно исчезли. День настал. Если бы вы мне разрешили открыть творческий режим, взять сколько мне надо глаз, Эмбер, а я бы уже просто давно прошел бы еще 3 потока назад эту игру. Извините, я перданул сейчас. Зачем ты плаваешь туда-сюда? Тебе надо глаза добывать. Скажи, где мне сейчас добывать? Я жду, пока потемнеет. А где мне сейчас добывать, чел? Дед, давай челлендж копать блоки. Нет. Один блок обсидиана, 1 рубль. Давай так, 1 алмаз, 1000 рублей. Сколько? 500. Вот это уже по порядку. Заткнись. Девочка! Сосать будешь? Опа! Опа! Ага. Подеремся теперь, Артурка. Дед Триппер Самарского моря. Да? Скажи, а сколько эмберов ты нашел в воде? Не выпал глаз, сука. Пустоте не эмбер был. Опа! Сосать? Он стоит и ждет меня, он будет сосать сейчас. Пустотелый, да? Чел пустотелый был. Не понял. Че? Ничего? Да, в натуре нету. Брат, понимаешь, что у меня осталось 4 или, ну там, ну максимум 4 глазка. То есть, по сути, 4 эмбера убить. Прям вообще изи. И все, я делаю портал. У меня есть лук охуенный, стрелы есть. Кусок гонайте, чё ты жопы? Ты собрал 7, осталось еще 4. Вот, Дениса, мы в эфире. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по CS2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Пчелов клонируют во всем мире сейчас. Идет пчелокоза глобальный, да, вот пчелов косят. И идет клонирование умных людей. Меня хотят клонировать. Гля, девочка идет. Привет, женщина. Умирать будешь? Я пришел за тобой. Девочка. Не выпал, да? Сука, да что ж такое? Бля, чел золотую жилу нашел, неужели? Ебать ты крутой в натуре, дай я тебя пососу.
женское говно. Женское говно. Женское говно блещет вокруг. Женское говно для твоих подруг. Извините, пожалуйста. Блин, это тоже извиняюсь, я пернул. Куда ты пришел, родной? Ты че, тоже пустой. Да что такое, а? Ну, я поставлю. Сразу предупреждаю, если кто-то хочет клип какой-то там в донате включить на потоке. Это 2000 рублей. Итак, скам-машина пошла. Тихо! Посудовым это цветы полетели. На то, что я такой, своя причина есть. Потому что я под каблуками. Опа! Всем привет! Ой, блядь. Кто это? Ну нахуй это надо? Дебил. Нахуй ты задонатил, дебил? Чел сидит, жрет, и типа я должен это смотреть? Ты чё, прикол? Бэмочка. Нахуй он тот жрет, сидит там. Убери, а. Будешь картошечку? Да иди ты, картошечку. Не буду я. Сам ем картошечку свою. Пять глаза нету. Боже, да убери ты это, а. Сколько это будет длиться? Два часа только нажрется там. Вы дебилы, вот, ну реально, без прикола. Он просто жрет сидит. Ну нахуй это надо, чел. Это я отключил или он сам? Неужели, блядь? Вроде он сам. Выдает типа разный лут. Нажми на него железом. Ну? Где лут? Лута нет, чел. Дед, ты не забывай, что у тебя по плану еще сегодня нужно сдохнуть по тупости, потерять лут, нет, поплакать, пожаловаться нет. На жизнь. Не забывай такого про это, моих планов а то, нет. Ты... Я сегодня еще ни разу не умер, поэтому... Сегодня вообще у меня тут рекорды ставятся, ясно? Да. Спасибо. Итак, идем по Некселю. А, скинули вот Керч. Ищу данную тварь с фото. Видимо, раньше сидевшую в тюрьме. Которая подрезала меня на повороте, вел себя как вор в законе. А потом еще нагло открыла окно и своей бандитской отъевшейся рожи. Я сейчас покажу быстренько шапку пацанам, пацанчикам, девчонкам и девулечкам. Еще кое-что покажу. У меня тут такие шмотки крутые подарили девчонки, подписчицы мои. Секс у меня с ними был. Тихо. Ничего, да? Вообще пох. Ничего, да, типа? Что такое? А? Че, молчим? Роскосмос, да. Я космонавт, поэтому у меня... Что такое? Что такое? Это из енота. Енотная, да. Из настоящего енота. Ничего? На примере Дениски вы можете узнать, как происходит процесс проектирования ракет в Роскосмосе один в один. Сел за компик и продолжил проходить ебучие кубики. Твое барахло на никому не интересно. Ой, блядь. Я понял. Почему твоя мама такая вся игривая? Опа. Расскажи, кто милый, когда финал? Вот что я вам скажу, зяблы, на финал Майнкрафта мне даже пизды. А ну-ка, дам мне донаты сюда. Опа. Нет, старый хуй, нет, старый хуй, нет, старый хуй, проходи. Ждет моих спидранчиков, ребятня. Но ведь не достанется вам ни хуя.
Я, наконец, бываются все мечты. Хочешь мой спидран? Оплати. Опа. Ну-ка, давай-ка. Опа. Проходи. Опа. Нет уж дяблы, нет уж дяблы, нет уж дяблы, оплати. Опа. Да-д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 а. Я понял тебя. Не, ну, я понял концепцию, посыл твой вот этот вот. Да, играешь ты, конечно, как женщина. Сейчас надо, да, я пойду в ад, сейчас поменяю золото, а вдруг у меня реально повезет. Чё там? Как в Африке? Опа, это чё? Ебать, три глаза, пацаны! Вот этого тут не надо! Не надо мне здесь вот этого, всякие гимны мне тут не надо. Я роняю ловочку под бухло. Я роняю ловочку в кровать. Сейчас у чела попрет. Ну чё, дракон, боже, как же ты сейчас умрёшь? Я уже это вижу, как он плачет, говорит, не надо, не бей меня. Я говорю, слышишь, ты дура, я к тебе месяц шёл. Жопу забили тебе пацаны. Боже. Мои шурупы, дюбеля воды. Жопу забили. Нормально? Все, да, вставляем глаза вот сюда в дырочки, правильно, да? Понял. Раз, два, три. Давай, пи***нись в Яшу. Блядь, красиво. Ну, страшно есть такое. Ух, как-то не знаю, не хотелось бы, конечно, умереть сразу. Не знаю, я боюсь, честно. Не то чтобы мне страшно, просто не хочется как бы проиграть. Я не буду проигрывать, я что, девочка, что ли? Ну, с Богом. Давай, дед, мы в тебя верим, дракон будет попущен. Спасибо, братишка. Страшненько. Давай немножко подкатимся. Я пока что здесь постою. Не трогай залупу дракона, а то вызовет привычку. Будешь постоянно сосать. Да сосать это мне не привыкать. Блять. Опс, упал, по-моему, я. Нет. Я умер? Я умер, сука. Я тебе сейчас порычу, сука. Груди нет, сука. Грудки нет, пасеки. Груди нету. Защиты нет, груди, а. Первая смерть даже не от дракона. Да какая разница? Вторая смерть будет у от лавы. Четвертая от страха. Пятая ногу подвернет. Шестая чихнет в себя. Привет, пацаны. Это... Ну, я не к вам, если честно. Просто смотрю, по-другому будет пройти. Привет, ребят. Боже, как страшненько, пацану. Ничего-ничего, 2 года назад с читами понадобилось всего 10 попыток. Причем одна из была тупо прыжок в бездну. Ща попрёт, ребят. Так, я понимаю, тут надо расхуярить эти правила. Эмберы боятся воды, чел. Понимаешь? А ты нет. Лезь смысле, на вышке твары, ромай кристаллы Эмбера. Драгунова, пока все не разобьешь, драга не умрет. А вот ты умрешь еще раз 10 точно, твара, это тебе за койтов. Лучше, конечно, кристаллы Драгунова расстреливать из арбалета. Чтобы тебя взрывом не уебало насмерть, твар. Драгунов. Блять. Опс, умер, по-моему, глянь, не умер, да? Посмотри точно, умер или нет, я не вижу. И ты умер, да? Почему я убиваю дракона, он сосет меня в руки? Ебать, это шо, маракуй? А, не психуй! Где, сука, моя? Пацаны, я не смотрю на вас, я вас просто не вижу, блядь, не замечаю.
Давай-давай, позицию меняй. Угу. Классно стреляешь. Ты где учился-то? Либо если вот так вот буду. Тебе еще одно ведро брать, чтобы сделать источник воды и залить весь Эмбермир водой, Кьюри, чтобы ты не умирал ни от падений, ни от Эмбера в чем. Блять. Хай, дедушка. Хай, ты что-то в последнее время сдал в плане девочек. Можно сексуальную годзилку. У меня в жопе говно, ты не можешь выколоть? Я пока как бы занят чуть-чуть, если ты не понял. Хорошо, я сколько ждать буду? Сколько надо, столько и буду. Да? Да. Ой, блядь, ой-ой-ой, мама, охуеть. Все, пи***а всему, по-моему. Думал. Просто потерял все, по-моему, чел. Ну и все упало на пол. Туда вниз с обрыва. Так, тогда творческий режим как бы здесь должен присутствовать, имеет место быть, потому что это непредвиденная ситуация была. Ну смотря, просто весь шмот упал, ну просто они улетели. Нихуя сломал. Ну и дальше, как мне связать? Кирки нет. У чела кирки нет. Недолетка. Блин, это брать. Я не попадашка. Оно далеко, недолетыши. Просто недолетки. Стрел нету, да. Я сломал все кристаллы. Классно, но у меня стрел нет, чел. Куда ты ее поставил, ебко? Опа. Браво. Ну хуй толк, у меня стрел нет. Где мне брать стрелы-то? Пацаны, дайте я пройду, мне пока. Брауну.
Отойди на... Да, блядь, отстань. Ой, блядь, пацаны, что делать? Это пи***а. Мне стрелы надо, я бы его убила. Так как... Попробую воду найти. Сейчас. Как, блядь? Это молоко, блядь. Как мне воду-то налить сюда? Сейчас. Чел, как мне воду залить? Да что такое? Я же налил воду. Она не налила. А, я ее вылил обратно. Я буду его так почитать и убью нахуй. Не, он сейчас меня выстрелит. Пёрнулся, да, ну как я думал, он пёрнулся, сука. Ты ещё попробуй. Пугаю. Валера, да. Тут только жалуется, что ты совсем на неё внимания не обращаешь. Да это брат. Тебе в целом не кажется, что у неё какая-то нездоровая любовь к тебе, учитывая, что ты жена? Кто-то спросил вопрос, кто задал такое? Родные. Булдыжников захуярил. Да идите нахуй, я там не убью его, там стрел надо, лук. Да я его с камня убил. Сосать! Сосать! Стука, они, бля, давай 100 000 отсюда берут. Я его булдыжником убил, чел. Easy, бро. Easy, бро. Easy, бро. Точно фигня. Жмей, Шенго. Жмей, Шенго. Дракон сосать. Но не твой себе ты, каратист. Голыми руками избил ящера. Да, уважай. Просто. Просто дракона голыми руками захарил. Да, это было, конечно, немножко. Блин, я переживал. Ты заслужил. Добро, червяк. Дубчик. Спасибо, Дубчик. Спасибо, не, ну ты согласись. Без читера, без ничего. Вообще без единого чита, братишка. Спасибо, Дубчик. Спасибо, братанчик. Не, ну ты согласись. Я просто уничтожил его, лоха.
Чисто с булыжника завалил. Да. Красава, дед. Nice. Гладиатор слова, дракон могила. Ты супер. Спасибо, спасибо, брат. Теперь, nice. Надеюсь, ты понимаешь, почему получал столько хейта. Это игра, которую можно пройти булыжником. Целый сука месяц дрочился, че только не делал. По нас собирал говна всякого, а в итоге камнем победил. А, блядь. Так нет, доктор, я же самая, в чем загвоздка-то была. Самый сильный стример. Ой, лисичка. Сейчас попробую. Дед, ты просто мощь избил дракона камнем, легенда гигачать. Надо было камень еще во вторую руку взять. Каменные дулы, чтобы были гроза дракона. И все это камня, просто голыми руками забил дракона. Просто самое, что было такое, это нахождение глазков эмбера. Блин, дед, Валерка, да? Ты просто лучший. Гроза драконов. Жма. Спасибо тебе за лучшие прохождения Майнкрафта. А спасибо, спасибо, братишка. Ну, согласись. Так, а где там мои 100 тысяч? Я всегда в тебя верил. Дед, это настоящий спасибо. Праздник. Люблю тебя. Спасибо, брат. Где 100 тысяч обещанных? 100 тысяч? Ничего. А то я победил дракона. Дедушка, да? Ты огромный молодец. Я верила в тебя. Спасибо. Сегодня моему любимому человеку Руслану исполнилось 18 лет. Поздравь его, пожалуйста. Так он пи***ю у тебя. Давай, может, я буду твой папа трахать. Да, спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, Олька, спасибо, Жуанка, спасибо всем-всем. Спасибо ребятам, которые верили в меня. Спасибо, целую вас всех, люблю, обнимаю. Всех, кроме Вилвилайера. Происходит стрижка мамонтов. Тихо! Я буду той игрой. Дед, поздравляю тебя. Спасибо. Это было, конечно, эпохальное и легендарное прохождение Майнкрафта. Думаю, следующим этапом должно стать калибровка в дотке не меньше 1 км/с. Когда мы точно убедимся, а что ты мужчина. 7900. Я же еще дед, этого... раз прошел игру, дай оценку. Понравилось сильно или не очень? Майнкрафт, ну, Майнкрафт крутая игра. Офигенная. Это уникальная игра. Майнкрафт уникальная игра. Она не может не понравиться, мне кажется. Ну, типа, кто в нее начинает играть, она очень сильно, ну, завлекает людей. Поэтому я думаю, что она хорошая. Да? Хорошая игра. Но она уникальна. Это прям вообще крутейшая игра. А если Скари нажать? А, в смысле? Ты что, вышел? В смысле? Я умер? Не, подожди. А, типа, я понял. А, не, погоди. Ну да, ну дракон-то умер. Вот. Нет его же. Нихуя, сколько тут опыта дали. А? Да ты шо? А, вот это портал, что ли, появился? В него прыгать? Ничего это такое. А ты прикол поймал? А, яйцо, это яйцо такое. А куда оно делось? Я его забрал. Ну, я его забрал. О. Охуенно исчезает. А какой сундук залутает? Где сундук тут? Вот яйцо. А где сундук? Факел под яйцом поставить. Ты прячешь? Бать. Луч в небе ищи. Ну луч там был в начале. Ну и как мне под ним? А? Вот так что? Да иди ты нахуй с этим яйцом. Оно не забирается. Я не знаю. Я нажимаю правую кнопку, но у меня прыгает от меня это яйцо. Сейчас он опять ниже упадет. Чел, ты децл, что ли? Даже обезьяна смогла собрать яйцо, а ты не можешь. Да. Но... я ебал!
он не забирает! Как его забрать? Смотрите, долб***ь умирает. Да не нах! Опа, умер, да? Ты умер или нет? Блять, посмотри, не один. Иди к нему и кидай внутрь лаз. Не, это все прекрасно, ладно. Это все понятно, игра пройдена. Да, то дальше уже там полазим, потом посмотрим, что там какие. Да.